Ну вот икра у меня обработана, ребята. Очередная партия. Вот маслица налил. Смотрите, какая икра. Вот икра суперская, короче говоря. Я его вот такую фасую, вот такие банки. Вот они. Прямо зернистые, прямо свежайшие. Свежайшие, ребята. Все обработано, как положено. Вот. Малосольная, что очень важно для тех, у кого, например, повышенное давление или как-то это самое, ну, вот, малосольная. Я его ем за место, можно сказать, даже хлеба. Вот. Икорный рай здесь, ребятки, икорный рай. Вот, вроде бы да, город не морской, да, вот, Анкара город не морской, вот, мне комментарий в Фейсбуке пишет, что Айгуль написала, там же нет моря, зато здесь икры много, зато здесь рыбы много. Я, например, в Анталии, например, да, по той цене, которую здесь покупаю, они бы сказали, ты что, с ума сошел, что ли? Потому что там очень много тех, которые покупает их, и да и потом рынок маленький там, рыбный. А тут, блин, их десятки. Идешь, короче, берешь. Они сами вас догоняют. Берите, пожалуйста. Я говорю, не хочу я. Я устал уже от этой икры. Так что вот так вот. Вроде бы нет моря, да? А рыбы полно, икры тоже полно. Такое тоже бывает. Вот так вот. Всех вам благ, дорогие мои.